и так далее. То есть и проклинал. Но реально здесь проблема не то, что людей нет. Здесь очень много людей. Здесь просто точно как же, та же самая проблема, что и в Грузии. Очень маленькая элита. Одни и те же люди, как по этому каруселю, крутятся 25 лет. Они становятся в правительстве, потом в оппозицию, они там в бизнесе, они там это, они вместе деньги делали, они вместе дело делали, они поженились, поразвились, я не знаю. Но они все замкнутый круг. И реально из этого каруселя мало кто у кого кто спрыгивает. И если, по естественным причинам. Места для новых нет, чтобы подпрыгнуть. Вот этот карусель надо остановить и сказать, что все, уже вы покатались. Пускайте сейчас... И пустите туда детей. Пустите детей. Вы уже слишком взрослые. 25 лет – это долго вы катаетесь. Мы дети хотим. А дети – это молодежь Украины. И на самом деле...